Я хочу весь район заснять. Ты отойди от меня, если хочешь, чтобы снимок попасть. Канал Грибоедова, да, Юр? Да. Мы на канале Грибоедова живем. Да, да. Здесь мы чай, кофе пили. Я думаю, что они рут? Там эстафета какая-то, прикинь. Скажите что-нибудь, я Oxford Times. Покупай, я. Вот? Да. Доходный бизнес. Доходный бизнес, кстати. Подожди, это что, для экскурсий, что ли? Да, да, а чего нет-то? Это парусник Мир. Вот это видишь, который там ходит постоянно в кругосвет. Да. Да, мы здесь проезжали, походу. А вот там вот за этой белой пустыней вот музей вот его показали. А это кто там обнимается? Что за статуи такие, слышишь? Что не здание, то какая-то достопримечательность. Ну, слова. ВКСС. Вообще не мужик, да? Открывайся. Юра, скажи что-нибудь. Здравствуйте. Зенит чемпион. Там пиратский флаг был. Ну вы вряд ли найдете.
пожалуйста, пару слов Oxford Times. ФСОшники спускались, все, с фонариками, с зеркальцами, все проверяли. Ну, это в смысле, там же и помню. Юра. Да, я. Здравствуйте. Юра. Да. Тебе нравится в Питере? Еще пока не понял. Посмотрим, что скажет. Гостиный двор. Санек. Данила. Сейчас, подожди. Плавать не может? Да, позор. 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 Мама. Я говорю, в культурной столице сигарета стоит. А этот центр плавать не может? А, вот это. Ты что, мы не знаем, что мы собираемся делать? Ну что, нам на лодочке до Чижика-Пыжика, а там дальше в школу. А что за Чижик-Пыжик? Thank you.
Юра! Этого придурка я тоже снял. Дайте мне тогда одну. Ну что там, вообще выбора большой там? Огромный. Сварна просто не наша. Стоять там разглядывать, конечно, непонятно. Там шоколадки разные. Красивые. А народу много? Да не. Там такая система странная. Она внешняя, там на бумажке записано, там касса идет. Просто чтобы все единая касса была. Это там кто-то неделя фабрики. Что-то я видела там на Рафаэле. Ну у них там уже на отдельно стоит это вот. Приготовьтесь, он через 800 метров круговое движение, третий съезд. Мы начинаем КВН на Юмор ФМ. Разминка. Да, давай. Федор Верятин, начинайте. Тебя что делать, если вас пригласили на корпоратив туристов? Главное не выделяться. Что делать, если вас пригласили на корпоратив нудистов? Приходите пораньше, там такая давка в гардеробе, ужас. Хорошо. Байкал. Назовите самый известный парадокс 70-х годов 20 века. Консервы в бычки в томате. Не поесть, не покурить. Назовите самый известный парадокс 70-х годов 20 века. Рождение Сергея Зеленого. Скоро позже, 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 скоро позже
самое, 330.